Всем привет, вы были на канал Harper Z Info, и в этом видео я расскажу вам, как пользоваться ассистентом в приложении Google Nest Mini. Итак, для этого мы можем просто сказать любую фразу, начиная с «Окей, Google». И тогда наш ассистент нас слышит, и мы можем говорить все, что нам угодно. Например, я бы сказал ему включить музыку, но тогда... Но тогда могут возникнуть проблемы с авторским правом, поэтому, наверное, я просто скажу ему... Да, давайте я выключу громкость и скажу ему включить музыку. Окей, Google, play music. Got it. Music on YouTube music. И он сразу же включает нам музыку. Получается, он включил мне какой-то ремикс из моей библиотеки. Но я сразу ставлю на паузу, чтобы не было проблем с авторским правом. И вот таким вот образом вы можете работать с вашим Google ассистентом. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем всего хорошего.